Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать на Like of Games. Продолжаем прохождение мини-игр, пазлов, растений против зомби. Сегодня у нас будет пазл, начинаем мы. Я зомби, в принципе, 5 штучек, выложим в один день, поехали. О, безумный Дэйв. Зомби попросили меня научить их захватывать дома. Я согласился, но сказал, что чтобы они не трогали стены. Я поставил несколько искусственных на твою лужайку. Развлекайся. Ну, поехали, ребята. Так, ну тут более, знаете, такой. О. Логичный, короче, по логику. Сейчас он тут заработаем мы солнышки, попробуем. Сейчас он раздавит его. Отлично. Все, ну и поехали. Где? Тут, наверное, так. Хотя тут можно было, наверное, обычным обойтись. Это вот так, наверное, сделаем. Вдвоем-то они едят. Мозги. Мозги. Так, тут на первой линии нужно пожертвовать одним зомби, чтобы... Давай. Отлично. Так, солнышки сейчас с вами добудем. Тут, кстати, два зомби. Они в унисон так идут просто. Замечательно. Что тут, наверное, сделаем так. Сделаем вот так вот. Тут мы сделаем так. Пустим. Но, по идее, должны... Я, наверное, еще одного выпущу, на всякий случай. Хотя, да, двое справились бы. Замечательно. Я зомби. Вы открыли новый уровень. Я даже не знаю, просто сможем ли пройти весь уровень за один ролик, чтобы не растягивать, либо сделать как предыдущий. Кого же, я даже не знаю, кого сделать. Могу ошибиться. Тут чисто проверка, типа, нужно проверять, как вообще что влияет. Просто я точно не могу сказать, что ледяной может ли он одного зомби победить. Как портит ведро. Сойдет он? Давай, жумничка. Ага. Все, тут дошли мы. Ага, тут нужно пустить с ведром и обычного чувачка, да? Все, отлично. Давайте с ведром пустим чувачка. И вот этого уже. Блин, правда, уже одного, блин, повредили. Еще одного нужно с ведром, да, пустить? Или не нужно? Угу. Так, давай, принимай удар. Так, одного съели. По
пока на себя удар принимает. Отлично. Так, поехали дальше. Что тут у нас бронированное нужно? Потому что тут шипы. Плюс этот еще будет кидать. Замечательно. Тут, наверное, пустим вот так. Вот так вот. Он будет на себя удар весь принимать. Кстати, смотрите, на решетку типа не действует. Заклятие под власти, считай. Ну, не тормозят его. Это надо учесть. Второй мы смогли. Так, сожжайте все мозги, чтобы проник на уровень. Отлично. Так, давайте глянем сначала, что. Тут один покоцать. Блин, я даже не знаю, с чего начать. Вот так, что ли, начать, наверное, стоит. Давайте заберем сначала. Ну тут, в принципе, тоже можно пустить, он пожертвовать одним и потом зомби пустить. Тут тоже можно пустить. Угу. Давайте я вот тут, наверное, пущу. Мин же не сыграет со мной злую шутку. Что? Что? Блин, вот это я сейчас лоханулся. Я даже, кстати, не знал, что мина типа реагирует. Офигеть. Блин, я сотку сейчас и слил пустую. Ой-ой-ой, это печалька, кстати. Мозги. Так. Угу. Так, давай. Блин, они вдвоем. Только не говорите, что вы вдвоем сейчас взорветесь. А почему вы вдвоем? Почему вы вдвоем? Пошли. Так, давайте тут пустим, в принципе. Они сжирают мозги. Все, отлично. 600, чтобы... Давай, ты справишься? А, ну все, по идее, вы справились. Фух. Вот сейчас было опасно. Все, замечательно. Иди быстрей, догоняй их. Дядь, ты разворачивайся, иди в ту сторону, пошел. Так. Получи орехи. Ну, давай. Угу, тут уже, в принципе, знаете, так. Блин, а тут уже нужно подумать. Тут не то, что нужно подумать, тут нужно поэкспериментировать этот уровень. Давай, 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 съешь, съешь. Есть, замечательно. Тут, ну, в принципе, тут то же самое. Ну, давай.
перелазь. Сейчас заработаем монетки с вами. Так, они тут перелазят. Тут, короче, нужно нам с ведерком чувака пускать. Вот тут вот, ну тут везде с ведерком, по идее, нужно пускать. Тут даже может два ведерка пускать. Вот так это делается и вот так. Так. Ешьте. Замечательно. Так, вы справитесь? Да, все справились. Ух, я переживал насчет этого уровня. Думал, не справятся они. Угу. Отлично. Так, ну и давайте мертвые цепные реакции. Это бесконечно, я так понял, да? Давайте, наверное, один парочку уровней пройдем, в принципе, и закончим на этом. Так. Тут опасно. Угу, все. Замечательно. Слушай, а по идее сюда он. А он что, сожрет? Мозги сожрет, да? Тут, наверное, нужно пускать воздушного. Тут с ведерком надо пускать, наверное. Вот так вот. Ой-ой-ой, блин, что-то я. Ага, все. Тут пускаем с ведерком. Вот так. Вот так вот. Все, замечательно, если бы они бы хорошо пошли, если бы полетели бы в другую сторону. Ну, начали есть. Как они делают? А, не вон как, да? Тогда да. Тогда, блин, я... А, нет, ну, в принципе, нормально. Нужно одно ведерко пожертвовать. Раз. Два. Не знаю даже. Умеете вдвоем пройти? Ну да, ну все, и по идее вот тут еще раз нужно. Вот так это мы делаем. Замечательно. Мы проходим, да? Мозги. На-н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 а
Замечательно. Так я даже не знаю, что тут сохранится? Или всех? Это тоже прошли? Это не бесконечная была? Ай, даже не бесконечная, кстати, была, представляете? Ну что, ребят, мы прошли еще один с вами пазл. Я зомби. Давайте, ребят, подписывайтесь, ставьте лайки и комментируйте. С вами был Лайков Гейм, и всем пока.